Закаты был снегом, летел на восток, когда был огнем, затевал игру. Писал на снегу алфавит для звезды, свидетель истории белый дым. Кто вознагражден за свои труды? С наступающим вас Новым годом! И вас тоже с наступающим, спасибо! Посылка с Марса, письма с Луны, черно-белые будни, разноцветные сны. Посылка с Марса, подарки с Венеры, реконструкция дней. Атмосферы. Сказки для взрослых под Новый год крутят стрелки твоих часов. Слова на морозе, клубничный сироп, дыхание семи ветров. Где вьюга дороги все замела, сверкает во льдах звезда. Кто вознагражден за свои дела, останется навсегда. Посылка с Марса, письма с Луны, черно-белые будни, разноцветные сны. Посылка с Марса, подарки с Венеры, реконструкция дней. Наталья Вадимовна, как там в Амстердаме-то? Да ничего. В Амстердаме хорошо, у нас похуже. Да это понятно. Зима. Кстати, с наступающим вас. И тебя тоже. Спасибо. Посылка с Марса, подарки с Венеры, реконструкции дней. Атмосферы. Алло, да. Это я. Ой, Настенька. Здравствуй, дорогая. Я тебя поздравляю с наступающим Новым годом. Спасибо, тебя тоже. Саш, мне надо тебе кое-что сказать. Настюш, я опаздываю. Просто криминально опаздываю. Дорогая, давай как сегодня договорились, 10 часов вечера у меня дома, хорошо? Ну все, до встречи, дорогая. Пока, целую. Так. Алло, Настенька, ты... Во-первых, не Настя, а Людочка. Во-вторых, Самохин, ты что, еще дома? У тебя совесть есть? Я тут задубела уже. Ну все, я еду. Скоро буду, скоро буду. Хотелось бы побыстрее, а то один работать будешь, понял? Скоро буду, все, пока. Так. Простите, вы видели, а? А? Ну, вон там сейчас, на небе. Нет, не видел, извините. Странно, я видел. Опа. Алло! Саш, это я. Настя, ты представляешь, я сейчас камень это увидел. Саш, я сегодня не смогу с тобой встретить Новый год. Настя, а что случилось-то? Нет, все в порядке. Ну, в общем, потом поговорим, не сегодня. Подожди, Настя, я ведь... Подожди, я всяких вкусностей накупил. Я елку нарядил почти. Настя, ты знаешь, я тебе подарочек купил. Настя, что случилось-то, ну? Санечка, милый, ты замечательный, хороший, добрый, лучший. Но я все тебе объясню позже. Сегодня неподходящий день. Все, целую, пока. Настя, подожди, Настя!
Здравствуйте, Наталья Вадимовна. А это что на вас надето? А это Эдуард Гаврилович приказал надеть. Кто? Ой, Эдуард Кириллович. Говорит, Новый год. Год петуха. Понятно. Наталья Вадимовна, здрасте. Дело в том, что у нас возникли проблемы. Можно чуть позже? Я хотя бы шубу сниму. Хорошо. А где Эдик? Где-то наверху. Ага, понятно. Эдика, ко мне в кабинет. Хорошо, Наталья Вадимовна. Опаздываешь, Самохин. Я реально чуть Снегурочку не превратилась. Ну ничего, Людок, я тебя сейчас поцелую, у тебя все пройдет. Господи, Самохин, ты о чем-нибудь вообще другом, кроме поцелуев, можешь думать? Честно? Нет, честно не надо, а то я тебя убью. Не, только после работы. Я еще нужен детям. Наталья Вадимовна, вызывали с приездом. А ну-ка, пойдем со мной. Наталья Вадимовна, а что случилось? Наталья Вадимовна. Эдик, а это кто? Как, охранник? Охранник? Да. Ты уверен? Нет, ну суть, так сказать, по всем признакам. А, это он в образе. В образе кого? Петуха. А, петуха. Да, ведь следующий год петуха, Наталья Вадимовна. Понимаете, согласно моей концепции, всех посетителей нашего клуба должны окружать некие петушиные элементы. Петушиные элементы? Ну, то есть петуховые. Петуховые. Да. Эдик, а ты кем работаешь? Как? Я... Забыл? А я могу тебе напомнить. Ты работаешь арт-директором. Перевожу. Арт – это искусство, а директор – управляющий. А, ну правильно. А ты, судя по всем признакам... Похож, я сказал бы, на кого, но лучше промолчу. Нет, ну, Наталья Вадимовна, вы только не молчите. Нет, Наталья Вадимовна, у меня все нормально с художественным вкусом. Просто, понимаете, у меня такая концепция. Ты знаешь, я сейчас очень сильно сомневаюсь насчет твоего художественного вкуса. Немедленно вот это все снимайте с себя, и чтоб ровно через 15 минут все эти птицы были где-нибудь вон там, за пределами моего заведения. Нет, ну, пожалуйста, да? Наталья Вадимовна, ну, вы как-то... Не знаю, мне нравится. Пестренько так. Не знаю. Людок, подожди. Самохин, давай быстрее. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Куда ты все названиваешь? На Кудыкину гору. Пошли. Дай мешочек. Звоню. Здрасте. С Новым годом вас. Ёк-макалёк, Снегурочка. Выходила сцена с животными. И это были артисты, которые одевались в костюмчики, понимаете? Хо-хо, простите, пожалуйста. Понимаете? Да, ну и извините, пожалуйста. Извините, большое спасибо. Всего вам доброго. До свидания. Счастливого. Спасибо. До свидания. Будьте любезны. Черт, где Эдик? Я его наверху видел. А мы можем сделать какой-нибудь десерт? Простите, пожалуйста, можно, да? Спасибо. Эдик, это ты пригласил в новогоднюю программу «Цирк лилипутов»? Да. А почему не олимпийскую сборную по синхронному плаванию? Ой, а что надо было? Эдик, ты уволен. Иди, пожалуйста, в цирк, там администратором. Наталья Вадимовна, ну? Наталья Вадимовна, да подождите же! Ну это, в конце концов, несправедливо! Пашу сутками просто прям как трактор, всего себя вашему заведению отдаю. Пахать, Эдик, надо в поле, а тут надо работать. Я работаю!
У меня нет даже времени на личную жизнь. Ну вот у тебя как раз и появится время на личную жизнь. Ну я работаю, Наталья Вадимовна! Уже не работаешь. Ну, Наталья Вадимовна! Ну, Наталья Вадимовна! Алло? Мамочка, а ты уже в Москве? А, привет, мой хороший. Я уже прилетела. Я по тебе очень скучаю. Как ты? Да, хорошо, мама, когда Дед Мороз придет? Уже стемнело, его все нет. Ой, Дед Мороз. Да. Ты же говорил, что на Новый год ко мне Дед Мороз придет и принесет подарок. Да, мой хороший, я сейчас ему позвоню и его потороплю. Давай я ему сам позвоню. Нет, сынок, я ему сама позвоню. А ты стихотворение выучил? Выучил. Ну, ты молодец. Ты меня подожди, пожалуйста, я скоро буду. Целую. Пока. Пока. Черт, про Деда Мороза забыла. Эдуард, у тебя появился шанс. Какой еще шанс? Мне нужно срочно найти Деда Мороза и отправить его ко мне в Переделкино. Какого еще Деда Мороза? Настоящего, с бородой. Иди ищи. Найдешь? Не уволю. Он должен быть со Снегурочкой или без? Можно без. Все, понял. Молодец. Ой, а сколько еще заказов осталось? Еще 5. Господи, только начали работать, я уже устала. А это все потому, что ты меня целовать не хочешь. Перебьешься. Ну, как скажешь. Алло, здрасте. Это агентство? А, с наступающим. Спасибо. Дело в том, что мне нужно заказать Деда Мороза, но только чтобы... Как нет уже? Совсем? Ну, что значит поздно спохватились? Интересное кино, за сколько же я их должен заказывать? Минимум за 2 недели? Ну, я не знаю. До свидания. Ой, ужас какой-то. Ситуация двусмысленная какая-то. Я заказываю Деда Мороза. Ой. А что ты грустный какой-то? Да есть такое дело. Ну что ж тебя расстроило? Ну как что? Ты же меня целовать не хочешь. Достал уже. Слушай, Людка, а скажи, ты бы вышла за меня замуж, а? За дорогой смотри. А зачем ты мне, Самохин, такой нужен? Не бритый, не стриженный. Пиво пьешь. Да. Зато и веселый, и готовлю хорошо. А я, знаешь, люблю поплакать и сижу на диете. Да, разговор у нас с тобой не получается. Давай музычку послушаем. Ну неужели ни одного Деда Мороза? Ну хоть самого завалящего. Что? Есть? Пьяный? Ну а в какой кондиции? В лыжу. Да, это серьезно. Ну нет, не подойдет. До свидания. Алло, Настя? Здрасте, Екатерина Владимировна. Саш, ты долго там? Подожди. Да, вас тоже с наступающим. Екатерина Владимировна, а Настеньки нету дома? За город уехала. Я понял, кому-то на дачу. Да нет, все нормально. Просто у нее мобильный не отвечает. Всего доброго. С наступающим еще раз. Все? Да, теперь все. Алло, мне бы Деда Мороза. Тих-тих-чики-чики, чепуха, тих-тих-чики-чики, чепуха. Мой дворец без окон, без дверей, и я в нем настоящая принцессочка. Ну и что, пусть это сон, а дверь-терка всего лишь занавесочка. Тих-тих-чики-чики. Уже поташнивает чепуха, от этих песенок. Тих-тих-чики-чики. Седьмая за день. Чепуха. Ты думаешь, ты в сказку попала? Через 15 минут я сваливаю. Не получится. Почему? Ну, потому что еще 4 детей у нас. Чих-чих-чих.
шаблом. Сколько? Многодетная семья. Спецзаказ. Самохин, гад, предупреждай. Кашлять никто не заставляет. Вот такая снизу чепуха. Вот молодец, Лизенька. Ну иди сюда, деточка моя. Иди сюда. Вот тебе подарочек от Деда Мороза. Какая ты молодец. Иди садись к бабушке. О, дорогие Дед Мороз и Снегурочка. Наша Любочка. Она сыграет тарантеллу на мандолине. Мальчишки. А это наши старшенькие, Коля и Толя. Они вам покажут показательный бой по дзюдо. Хе. А это наш Ленечка. Ленечка. Он вас будет смешить. Это же на час минимум. А еще наша племянница из Питера. Юные балеринки. Каждая исполнит свой номер, а потом они вам станцуют танец маленьких лебедей. Да, боюсь, что за час мы не управимся. Все! Завязываю с этой халтурой. Никаких больше снегурочек. Спокойствие, только спокойствие. Что спокойствие? Какое нахрен, Саша, спокойствие? Мне от своего дома час с лишним на электричке пилить. Домой доберусь в лучшем случае к 10 часам вечера. Еще ведь надо как-то себя в порядок приводить, голову там вымыть, понимаешь? Ведь Новый год как встретишь, так и проведешь. Достало быть загнанной лошадью. Да. Самохин. А? А довези меня до вокзала, а? Пожалуйста. До вокзала, говоришь? А ты меня поцелуешь за это? Поцелую я тебя, очень крепко поцелую, маньяк ты старый, господи. Ну, маньяк я, конечно, маньяк, но далеко еще не старый, между прочим. Ну, а что мы тогда стоим? Почему не едем до сих пор? А не едем? Да. Мы, Людочка, потому что у машины есть движок, его надо прогреть для того, чтобы ехать. А куда ты говоришь тебе ехать-то? Ну, вообще в Малаховку. Малаховку? Это ж далеко. Чё далеко, 20 километров? Ну ладно, отвезу тебя в твою Малаховку. Саш, серьезно? Ну а чё, ты хотел, чтобы я пошутил? Нет, нет, Саш, ты самый лучший на свете, правда. Ну вот, а говоришь маньяк, маньяк. Нет, нет, никакой не маньяк. Ты знаешь такой маньячок. Маленький. Вот, совсем другое дело. Ну ладно, поехали. Сломалась? А черт, а? Да похоже на то. А не, постой, вроде не сломалась. А что с ней? Да бензин кончился. Заправиться не успел. Блин, Самохин! С тобой связываться? Ну ладно, 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 подожди, подожди. Ты говоришь, поплакать любишь, да? Сейчас что-нибудь придумаем, подожди. Сейчас Дед Морозом поработаю. Да, дела. О, о. Ну чё, дед, куда едем? Да мне Снегурочку отвезти. А Снегурочку? Могу, куда? В Малаховку. А, в Малаховку? Не, извини, никак не получается, нет. Ну ладно, счастливо! Ой, ну ни одного мужика, блин, порядочного. Стой, 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 командир! Стой, стой! Стоп, стоп! О, командир, привет! Здорово! Слушай, а до Малаховки не добросишь, до Малаховки? А? Да. Без проблем, долетим. 200 баксов. Сколько? 200 баксов, нормально, а чего? Ну ты чего, офонарел, что ли? Ну ты бомбил, а? Э!
Чего ты хлопаешь? А чего ты хочешь-то? Чего? Тебя как зовут? Гена. Геннадий, хочешь стать Дедом Морозом? Что? Нашел я Деда Мороза. Нужна ваша машина и 300 баксов. А можно поспокойнее? Можно. Мне нужен ваш джип, чтобы отправить Деда Мороза к вам домой. Ну и 300 баксов, чтобы ему заплатить. Сколько? Наталья Вадимовна, форс-мажор. 4 часа до Нового года. Дед Мороза знаете в какой цене? А может, ты возьмешь свою машину, отвезешь Деда Мороза, а я тебе бензин оплачу. Я везу Снегурочку в Малаховку. Какую Снегурочку? Дед Мороз вез Снегурочку в Малаховку. У него сломалась машина. И он согласен ехать к вашему сыну при условии, что Снегурочку срочно отвезут в Малаховку. Потому что опаздывает и очень нервно. Она такая нервная. А Снегурочку нельзя на такси отвезти? Можно. Но тогда нужно еще 200 баксов. Сколько? Ну... Так, ладно. Вызови моего водителя, пускай он отвезет. Я сейчас тебе дам деньги. Для Деда Мороза. Ага. И скажи ему, что подарок для Никиты ему передаст няня. Хорошо. А вот еще одна история. А дело это было в Иерусалиме. Это у нас Израиль, значит. Как раз перед самым Новым годом. А на улице жара страшная. Ну, поселили нас в гостиницу. Я, значит, сразу раз в душек, холодненькая водичка, облился. Освежился так, не обтираясь, прямо бах на коечку. 5 минут, и я сухой. Вот такая жара стояла. А кондиционер-то не пробовал включать-то? Слушай, в чем дело-то? Ну, включил, задуло, я лежу, кайфую. И уснул. Вот. Лежу, значит, сплю, голый, полотенце только задницу прикрывает, и все. В общем, короче, уснул. Сплю, и снится мне сон. Будто иду я по заснеженному полю, снегу, по самое полотенце. А вдали только березовая рощица виднеется. Ну, я что-то, значит, к ней пилю. Ну, видать, мне что-то там надо. Холодина страшная. И тут вдруг смотрю навстречу мне, прямо по снегу, поезд. Ну, такой паровоз. Ну, знаешь, да исторический еще, с трубой. Ленин на таких ездит. И прямо на меня. Я влево, он влево. Я вправо, он гад, тоже за мной. Ну, думаю, ну что мне рыпаться? Стал как вкопанный, стою, он только мимо меня пролетел. Только, знаешь, таким холодом на меня повеяло ледяным. И тут я понимаю, что я сам стал прозрачным. Ну, как вроде и снег, сосуд. И чё? Чего-чего? Кондиционер дует, как проклятый. В номере дубак страшный, чё мне родина-то и снилась. Ну, в общем, заболел ангиной я. Вот с тех пор я Тиму-то и не люблю. Алло, Лёнь, привет. Да, привет. Ты сейчас можешь говорить? Да, могу. А, слушай, ты меня не заберешь сегодня? А в чем дело? Мы же дома договорились встретиться. Да я просто машину свою отдала Деду Морозу. Кому? Деду Морозу, Лёнь. Какому еще Деду Морозу? Слушай, сейчас очень долго мне объяснять. Деду Морозу с бородой. Ну что, ты сможешь заехать? Конечно, смогу. Ну все, давай, я тебя целую и жду. Целую. Пока. Один, два, три, четыре. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, как в сказке. Ой, Дед Мороз. Ой, 12 месяцев.
Ну что, туда, да? Туда, туда, вон туда. Нравится Еремок? Да. Хотел бы в таком жить? Не то слово. А по мне великоват. Его 7 раз в неделю убирать надо. Замучишься. Ладно, давай. Ну ладно, я пошел. Странно. Это Ви? Я. Я-я. Чуч! И понял. Шнеля. А, туда, да? Шнеля, шнеля. А, туда. Хорошо, ага. Быстро. Что происходит-то, а? Стич! Ты Дед Мороз? Нет, я Карлсон. Не кричать! Я вижу, что Ви Дед Мороз. Ну? Это просто ребенок не должен посмотреть вас раньше. А это что? Это тромпет. Зачем? Ведь утеть. А-а-а. Ведь утеть. Мы бежать к елке. Елка. Витарить подарка, подарка. Подарка. Ага. А девочку-то как зовут? Меня? Да нет, ребятеночка. А, ребятенок, мальчик. А-а-а. Мальчик Никита. Ага. Витутеть, ми бежать. Ага. Ну что, все понял. В принципе, все легко. Дудеть и бежать. Ха. Вот, блин, попал. Пионер. Ну ладно, $300 на дороге не валяются. Как они там... Дудят-то в него, а? Лёня? Лёня, ты в порядке? Да. Да? Mm-hmm. Нормально себя чувствуешь? Mm-hmm. Так, закрутился чуть-чуть. А я тебе подарок привезла. Какой? Не скажу. Скажи. Не скажу. Ну, скажи. Ну, это же сюрприз. Ну, сюрприз. Ну, все, скажи. Ну, сейчас увидишь. Приедем и увидишь. А то не говори. Почему? Почему не говорить? Я скажу. Не, не надо, это сюрприз. Нет, ну как же, тебе не интересно, что ли? Нет, интересно, но сюрприз. Почему я не могу сказать, если я хочу сказать? Ну скажи. Могу сказать. Скажи. Но я не уверена, что он подойдет тебе по размеру. Но даже если он тебе не подойдет по размеру, ты все равно его наденешь. Костюм? Угадал. Угу. Та-ра-ра-рам. Та-ра-ра-рам. Опа! Не понял. Никита? Никита! 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 Никита, ван ман мус зик ансин. Нет, не хочу одеваться. Комт. Комвальд. Я не знаю, Санек, поможет или нет, но в принципе горилка вещь хорошая, лекарственная. Давай, 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 давай. Опа, вещь сработала. Вот сволочь, а. А что там, а? Иди в зеркало посмотри. Ага. Как тебе угораздило прилипнуть к этой железяке? Да я не знаю. Баба какая-то сумасшедшая. Говорит, ты затрубишь, мы и выйдем. Какая баба-то? Да я не знаю, дом какая-то. По-моему, на того немножечко. Аня-маня, что ли? Как? Ну, Анна-Мария, гувернантка Никита. А, наверное. Слушай, Санюк. А?
Может, теперь-то выпьешь нормально-то, без экстрима, а? Ага, вообще-то не помешал бы. Отлично. Дед Мороз, подарок принесет. Не хочу. Никита, принесется скинуть. Комт, софер, хир. Комт. О, тарарирара. Рарам. Тарарирара. Рарам. Тарарирарарам. Санек, хорош мычать, иди сюда. Сейчас мы тебя вылечим. У меня тут все. Огурчики, маслиночки, сальцо. Так что, давай. Прошу. А ты чё? Давай. Да? Я, да, не переживай. Ну, на здоровье. Да. И огурчик сразу, а? Хороша горилка, да? Да, то, что надо. Ну, как говорится, первая прилетела, второй крылом позвала. Ты не торопишься? Не-не, нормально. Это ж все уже пройдено. Сейчас, подожди. С наступающим. И тебя также. Ага. Во, и маслиночку. Маслиночку сразу. Мне, Санек, вот так и все. Да ты что? Привет родителям. Никакое ГИБДД не остановит. Рожденный пить, рулить не может. И наоборот. Серьезно? А угощать люблю. Да? Очень. Выпей еще, Санек, а? Да? Ну, давай. Вот, спасибо тебе. Вот так. Стоп. Опаньки. Давай. Ну, с наступающим Новым годом. С наста... Опаньки. Слушай, а это... Огурчик. Огурчик. Да. Огурчик. Слушай, а это Анна-Мария, она эстранка, что ли? А, немка. Немка. У нее имен... Как у рецидивиста. Места в паспорте нет. Анна, Мария, Жанетта, Жоржетта, Бабетта. Да ты что? Отца вообще Фердинандом звали. Ну, все-таки, может, выпьешь, а? Не, Санек. Мне все, мне хватает. Ну, давай. Давай. Она вообще, знаешь, интеллигентная женщина. Да. Или девушка. Ну, ее не поймешь. Такая, знаешь, начитанная. Говорит всегда так тихо, знаешь, интеллигентно. Почти шепотом. Так! Ребенок, давно ждать. Я вам говорю, уважаемый Дед Мороз, ребенок устал ждать. Мат вашу. Интеллигент. Угу. Давай. Ко мне моя собачка. Иди, мой хороший. Добрый вечер. Добрый вечер. Наталья, с приездом. Никита, идем домой, ты весь мокрый. Идем. Я не хочу. Никиточка, иди быстренько, переоденься, я сейчас тебе приду. Через две минуты приду. Никит, иди наверх. С наступающим вас. С наступающим вас. А Никитке понравился очень ваш подарок. Да? Да. А может быть, мы пойдем в дом?
выпьем шампанского, проводим старый год. Как ты считаешь? По-моему, это очень символично, проводить старый год с Дедом Морозом. Конечно, конечно. Вы не против? С удовольствием. Ну, пойдем. В миру-то вас как величать? Меня-то Александр, Саша. Леонид. Леня. Очень приятно. Может, вам помочь там? Да нет. Поздновато, да? Поздновато, ага. Сегодня ты поспишь, а завтра мы пойдем с тобой на елку в Кремль. А подарок мне там дадут? Ну, если ты будешь себя хорошо вести, я думаю, что дадут. Потом мы пойдем погуляем. Договорились? Договорились. Ну все, спи. Мама, Дед Мороз уже ушел? Нет еще. Позови его, пожалуйста. Мне ему кое-что сказать нужно. Никит, тебе уже пора спать. И Дед Морозу тоже пора ехать домой. Он очень далеко живет. Ну, мама, пожалуйста. Мне ему кое-что сказать нужно. Но только если недолго. Нет, недолго. Дедушка, да. Вы не могли бы подняться наверх к Никите? Он вам хочет кое-что сказать. Да, конечно, без проблем. А куда? Это на второй этаж, потом еще наверх. Ага. Вторая комната. Ага. Понял, спасибо. Пожалуйста. Дедушка! Да, спасибо. Ага. Только если можно, недолго. Да-да-да. Спасибо. Ага. Так. Иди сюда. Кто это у нас здесь не спит, а? А ты настоящий Дед Мороз? Я, конечно, настоящий. А ты в космосе бываешь? В космосе? Ну, иногда. Честное слово? Честное, Дед Мазье. Сейчас. Ну, что ты мне покажешь? Ух ты! Это ты сам нарисовал, да? Да. Когда будешь в космосе, отдай моему папе. Папе? У меня же папа космонавт. Но это очень большой секрет. Он на этой ракете летит на Марс. Марс находится очень далеко, и лететь туда нужно очень долго. Передашь? Ну, конечно, передам. Так. Спасибо. Ну, а теперь укладывайся спать. Спокойной ночи. Спокойной С наступающим ночи. Тебя Новым годом. Спокойной ночи. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Выслушай. Что, подожди? Подожди, что ты подожди? Даже не хочешь меня выслушать? Все, я не буду тебя слушать, я тебя уже год слушаю, подожди, понимаете? Давай, с Новым годом. Питер, шампанское, убери его. Черт. Наташа. Я не хотел тебя расстраивать. А я не расстраиваюсь, я рада. Ты не видишь, что ли? Пошел к черту. Хорошо. Стой, подожди секундочку. Ты куда пошел? Я к черту пошел. Ты к черту пошел? Да. А кто тебя туда звал? Меня никто не звал, меня послали. Ага, тебя послали туда. А я еще не все сказала. Я тебе хочу сказать. Я хочу сказать, что я устала. Я не могу больше терпеть вранье, понимаешь? Оно у меня вот здесь, это вранье. Наташа, я не... Не надо меня перебивать. Это значит, что я ненавижу. Бери себе 17-летнюю девочку и ей морочь голову. Понял? А мне это уже больше не надо. Все. Свободен. К черту пошел. Ой, это что, не все? Где подарочек? Не надо. Нет, ты возьмешь подарочек. Нет. Держи подарочек. Да не надо мне. Это твой подарочек. С Новым годом, с новым счастьем. Спасибо. Костюмчик. Костюмчик, да? Хороший, пригодится. А мне нет костюмчика. Тебе очень идет этот костюмчик. Хорошо. Ну все, давай, свободен.
Свободен, свободен. А как свободен? Свободен, в смысле свободен. Надолго? Надолго, навечно, вот там прямо, налево, и там-то ты будешь вечно свободен. Пожизненно свободен. Пожизненно свободен. Ну, благодарю вас, костюмчик. Костюмчик я возьму, он мне пригодится. Вперед! Пошел! Не надо меня ногами трогать. Извиняюсь. Дедушка. Вам куда? В Москву? Ага. Поехали, подвезу. Поехали, поехали. Эй, ага. Что ты здесь раскомандовался? Это мой дом, и я сама буду решать, кто здесь, куда и когда поедет. Дедушка, ко мне. А что вы стоите? Проходите, садитесь. Ага, иду, иду. Ага. Шампанское. Спасибо. Встречаем. В курсе, что встречаете Новый год со мной сегодня? Я? Наташа. Молодец. А что такое, дорогой? Ты еще здесь? Поторопился бы, а то к встрече Нового года не успеешь. С Новым годом. Стоите. Не на поминках же. Садитесь. Да, конечно. Давайте проводим старый год. А старый год положено водочкой провожать. Водочкой? Да. Пожалуйста. Пожалуйста, водка. Собирались в гости, поэтому еды в доме нет. Да ничего, спасибо, я не голоден. Так, а для кого я это все принесла? Колбаса, нарезка, ешьте это все. А. Водку нальете? Да, конечно. За старый год? Да. Извините. Да ничего, бывает. Ну и что? Я вас не задерживаю? Не мешаю вам, нет? Да нет. Нет? Нет. Позвоню водителю сейчас. Он вас проводит. Ага. Ну я пошел. Туда, в гараж, да? Туда. В гаражу, туда. Да. С наступающим вас. И вас также. А вы знаете, я подумал. Мне понравилась ваша идея. Какая моя идея? Ну, встретить вместе Новый год. Вместе с кем? Со мной. Просто я сегодня не спешу никуда, так уж получилось. Значит, вам понравилась моя идея? Да. А мне она понравилась? Не понравилась, да. Ну, я пошел тогда. Стойте! Ну, идите сюда. Я? Я согласна. Приятного аппетита. Спасибо. Хотите? Нет, спасибо. Угу. Ну что? Что? За старый год мы уже выпили. Что дальше-то с вами делать будем? Не знаю. Ну, давайте выпьем за знакомство. За знакомство? Давайте.
Ну, как зовут вас? Меня Саша. Саша, хорошо. Меня Наташа. Точно. Че смеемся? Да точно. Да не, мы просто с вами знакомы. Мы знакомы? Да. Я сначала думал, что я где-то вас видел, а теперь понял, что мы с вами знакомы. Ваша фамилия Стрельникова? Да. Наташа Стрельникова? Да. Ну, вы не узнаете? Mm-mm. Нет? Вы колпачок-то снимите. А, да, извините. Ага. Вот так. А так нет. Нет? Нет. Ну, вы же жили на Звездном бульваре, так? Ну да, я жила там в детстве. Вот. Ну, у вас сестра старшая, Галя. Ну. Вы что? Вы Саша? Самохин. Самохин. И вы жили в соседнем доме. Да-да-да. В 10-м доме. Да, да, конечно, Саша. Вы бабник. В каком смысле? Да вы извините, пожалуйста. Я просто все окончательно поняла. У вас был роман с моей сестрой, так? Но нам было по 17 лет. Да ну вы не оправдываетесь. Хорошо, не буду. Не надо. Вы ее бросили и стали гулять с ее подружкой, верно? Вот поэтому она вас и называла бабник. Ну да, логично. Но вы не расстраивайтесь. А давайте выпьем за неожиданную встречу, а? За? За встречу. Давайте. Многовато налили. Да? Да. Вы изменились, Саша, изменились. Вы тоже. Наталья Вадимовна, мне как, ехать можно или подождать? А то уже 11 час, а я к тому, что мне еще домой добираться. Володечка, конечно, свободны вы на сегодня. И спасибо вам большое. С наступающим тебя. С наступающим вас. Ага. Жарко? Ага, жарковато немножко. Тулупчик снимите. Можно, да? Можно. А, сейчас. А то жарковато чуть-чуть. Ух ты! Это вы так в жизни ходите, да? Ну да, спецодежда. А. Я обычно переодеваюсь дома в Дед Морозовское и сразу прыг в машину и по адресам, а сегодня одежду оставил дома. Так получилось. Работаем, учимся. Я? Ну, не я же. Ну да, я в театре работаю актером. А, да, Дед Мороз. Пакетик возьмите. Зачем? Я говорю, пакетик возьмите. А что здесь? Костюм надо надеть. Размерчик? Подойдет. Прямо по лестничке налево, наверх, ванная комната. Ага. Наташа, я хотел... Праздник сегодня, Новый год, надо соответствовать. Ага, понял. А годы летят, наши годы, как птицы. Да.
Извините. Ничего, ничего. Я... Маньяк. Полиция. С Новым годом тебя, Шурик. Халло! Полиция? Полиция! К нам приходил маньяк. Сексуальный маньяк. Я. Адрес? Наташа! Анна Мария, маньяк? Там маньяк. Сексуальный маньяк. Да это же Саша, Дед Мороз. Подожди, секундочку. Сейчас. Это я. Сексуальный маньяк. Так, Сашенька, вперед, одеваемся. Ага. Дверку закрываем. Все в порядке. Это Саша. Я не знал, что он Дед Мороз. Он был без борода и коль. Анна-Мария, ну все же хорошо уже, что же вы волнуетесь? Все нормально. Я очень сильно испугалась. Я не знала, что вы есть дома. Я думала, что вы в Шпацеринге. У нас просто изменились планы, и мы не успели вас предупредить. Поэтому все так вышло. Может, встретим Новый год вместе? Найн. Нет? Нет. Данкюш. Ну, как хотите. Выпейте только это перед сном, пожалуйста. Ладно? Данкюш. Спокойной ночи. О, никого нет. Ух ты! А вот и я. Ну что, это совсем другое дело. Да, по-моему, да. Костюм немножечко маловат. Нет, вам очень идет, и, по-моему, как будто на вас шит. Да? Угу. Ой, какой вы стул красиво приготовили. Да? Может, вам помочь? Да нет, ну что ж, я же все сделала. Хлеб есть? Леонид не обидится, что я костюмчик-то его надел. Не обидится. А откройте, пожалуйста, его. Да, конечно. А штопор? Штопор. Штопор есть. Кажется, да? А неловко с Анной Марией получилось, да? Я просто забыла ее предупредить, что вы у нас остаетесь. А я подумал, что она буквой-то меня обсыпала. Ну, это было очень смешно. Что это? Да, это сейчас совсем не кстати. А может, это пробки выбило? А где у вас распределительный щиток? На втором этаже. Пойдем? Пойдем. Ага. С пробками все в порядке. Кажется, во всем поселке света нет. Ни огонька. Ага. Тихо. Угу. А я себя чувствую, как в детстве. Настоящий Новый год. Да. А который сейчас час? 12. Так что мы стоим? Побежали. Побежали. Ага. Так, быстрее. Давай, помоги. Так, ну, Наташа. Ага. Бокалы, шампанское, так. Все внизу. Осторожнее, Наташа. Ага. Так. Как вы? Да ничего.
Слава. Какой падр? Что? Что? Падр. О чем жалеемся? А что? Новый год уже. А, да. Быстрее. Встаем быстренько. Ага. Наташ, бокалы. Пальчики. Так, открываю. 8. Наверное. А может быть, уже почти 9. 9 уже? А может, почти 9. Уже и 10. Почти 10, да. 11. Сейчас. Наверное, 12 уже. Да, наверное, ага. Все. Не 12. Все, открываю, все. Сейчас. Опа! Только не надо болтать. С Новым годом вас! С Новым годом! С Новым годом! Успели. Ну, с Новым годом! Ой, свет! Свет! А что с вами происходит? А я танцую! Я танцую! Как у вас хорошо, уютно. Да? Ага. Вам нравится? Очень. Ну что ж такое? Это что, всю ночь будет происходить? Ну, выпили электрики, Новый год с кем не случается. А может, шампанское, а то выдохнется. Да. С Новым годом. С Новым годом. А давайте на брудершафт. Как? На брудершафт. И перейдем на ты. Да. Да. Я согласна. Давайте. А целоваться будем? Что? Целоваться. Ну, давайте. Ну, хватит уже. А чего вы смеетесь-то? Это я вспомнил, как мы падали с лестницы сейчас. С лестницы. Я вдруг представил, что мы встречаем Новый год в больнице. И в гипсе, да. Да, в гипсе неудобно. Что? Да все. Ну да, неудобно. Неудобно. Ну, а давайте... Что? Давайте телек посмотрим. А как? Свет-то нет. Да. А у вас карты есть? Карты? Какие? Ну, обычные, игральные. А зачем? Ну да, зачем? А я фокус знаю. А, в этом смысле? Да. Ну, сейчас пойду, посмотрю. Да? Да. С Новым годом.
фокусов сегодня не будет. Да, что случилось? Карт не нашла, зато нашла игру у Никиты. Ага. Лесные коммерсанты. Экономическая игра для самых юных бизнесменов. По-моему, для вас как раз. Да, угадали. А смотрите, это я, это вы. А это кто? Это Леня. Да. Ну что, пойдем поиграем? Ну да. Угу. Так, ладно. Давайте сядем здесь, на полу. Пожалуйста, присаживайтесь. Да. А правила? А правила там внутри, все написано. Понял. Так. Сейчас разберемся. По-моему, я разобрался. Так, вы значит... Мишка. Да. А я Лисичка. А ты... Да, мы же на ты перешли. А, ну да. Да. На ты. На ты. Ходи. Хорошо. У меня пятерочка. Я пошел. Раз, два, три, четыре, Саш. Пять. Да. А я твои планы на сегодня точно не нарушила? Точно не нарушила. Да? Да. Ну, хорошо. Ты пошел? Да, я пошел, только я должен купить вот, я должен купить грибочки. Ага, грибочки. Так. А фунтик? И фунтик сюда заплатил. Сюда. Ага, так. Саш. Да. А ты меня сейчас не обманул? Нет. Ну, насчет планов? Нет, не обманул. Нет? Странно. Что странно? Шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, как-то Новый год семейный праздник. Ты что, собирался его один встречать? Нет, не один. Я должен был встречать его с девушкой, но она решила встретить его с кем-то другим. Вот такая вот история. Наташ, раз, да? Два. А вы с Леонидом женаты? Леонид, да. А я нет. И, судя по всему, сегодняшний Новый год он решил провести со своей женой. Правильно сделал. Я за него очень рад. Ну да. Ну что, мой ход? Угу. Два. Раз, два. Ага. Фунтики. Ну что, мы будем дальше на фунтики играть? Нет. Мы будем играть... На поцелуйчики. На что? Ну, я имею в виду, что если я выиграю, то я тебя поцелую 10 раз. А если ты проиграешь, то ты меня 20. Вот так. Да. Нет, уж лучше тогда на фунтики. Не, ну здесь такие правила. Где? Здесь так написано. Вот здесь. Там так написано? Да, здесь так написано. Ну, давай я посмотрю. Не, ну сейчас можно темно, ты сейчас не увидишь. Как нет, я увижу. Не, ну можно сейчас не посмотрю? Видно будет. Нет, ну сейчас тем более. Я все нет, увижу. Потом я тебе все я расскажу. Хочу посмотреть. Я тебе все расскажу. Нет, я хочу посмотреть. Ты говоришь, там нет никаких поцелуев. Давай дальше играть. Я не буду давай играть. Дальше играть, да. Ну хорошо, тихо, я буду. Тихо, будет, по-моему. Да. Ну ладно. Все, я ну хожу. Ну что, давай. Так, 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 вот здесь. Вот давай, я кину. Вот здесь. Нет, вот сюда. Леня. Да? Привет. Привет. С Новым годом тебя. С Новым годом. А ты что, вернулся? Не помешал? Знаешь, я тут купил кое-что, стол накрыть. А мы здесь с Сашей играем. Александр, знакомились уже. Ленечка, а ты проходи, может быть, мы поиграем вместе? Да? Саш, можно минуточку? Наташ, как неудобно получается. Саша уже отработал. Наверное, торопится домой отпраздновать, а мы его задержали. Сколько я должен, Саша? Лень, представляешь, а Саша оказался моим старым знакомым. Мы с ним знакомы практически с детства. Да, да ты что? Ну, ну это меняет дело. Это у нас по отдельному тарифу пойдет. Озвучьте сумму и... Лень, Саша мой друг. Ну что, друг детства не может быть официантом? Нет, ты не понял. Саша не официант. Он Дед Мороз. А какая разница? Официант, Дед Мороз. Саш, о такси не думай, я все оплачу отдельно. Сколько? Лень, ты не понимаешь. Саша работает в театре артистом. И у него там очень большая зарплата. Ну да.
Артист, тот же официант, только для души. Лакей. Так, подожди, сейчас что сказал, я не поняла немножко. Ленечка, ты сейчас какое словечко сказал? А ну-ка, давай повтори это словечко, Наташ, которое Наташ, ты сейчас сказала. Я, наверное, пойду. Леонид, спасибо, все материальные вопросы у нас решены. Mm-hmm. Я пойду. Так, Саш, ты остаешься. Леня, я, наверное, сама разберусь, да, в своем доме. Кто здесь лакей, кто здесь гость, mm-hmm. да? Правильно? Все, ребят, празднуем Новый год вместе. Но мне кажется, mm-hmm. что уже очень поздно. Поздно что? Ну, поздно, мне пора домой. Меня ждут. Ждут? Да. Как? Ты же только что сказал, что тебя не ждут. А я погорячился. А, ну извините, пожалуйста, Саш, я просто... Я не поняла. Ну, тогда действительно вам лучше идти домой. Спасибо вам большое. Вы замечательный Дед Мороз. Спасибо вам. Угу, спасибо. Большое спасибо. Спасибо вам. Да. До свидания. Да, а потом мне кажется, что вам есть что обсудить без меня. Какой вы понятливый человек. Вы все так поняли, здорово. Спасибо вам большое, Саша, за грандиозный вечер. Я была очень рада с вами познакомиться. Спасибо мне тоже. И костюмчик мой, тебе к лицу. Так, знаешь что, если тебе что-то не нравится, давай туда же. Да подожди, я же оттуда. Что оттуда? А ты иди туда же. Тебя же там ждут. Я подумал... Что ты подумал? Индюк тоже подумал, да в суп попал. Все, мне в бок. Ну, я вернулся, чтобы... Ты вернулся, чтобы что? Наташ, ну вот продукты... А вот это мне не надо все. Спасибо большое. Ребят, спокойной ночи. Всего доброго. Ну, что стоишь? А что? Раздевайся. В смысле? В смысле? Мой костюмчик, давай. А, ага. Пожалуйста. Спасибо. На самом деле мне очень идет. Пожалуйста. Ты что ж думаешь, я за тобой донашивать буду, что ли? А чё? Хороший костюмчик. Много денег стоит. Ну да, у тебя таких никогда в руках не было. А, бери. Как премиальный, носи. А, подарок, да? Барин. Спасибо большое. А хотите? Хотите, я вам тулупчик подарю? Дед Морозом будете работать, когда денег не будет. Да был я уже и Дедом Морозом, и охранником. Теперь в люди выбился, не то что некоторые. А, ага. Ну, может, и я в люди выбьюсь в вашем костюмчике. Это вряд ли. А чё вряд ли? Чё? Чё? Пойму, я тебе объясню. А чё это? Я здесь хочу постоять. Давай, пойдем. Нет, ну вы сами идите. Нет, ты первый давай. Нет, давай, вы сами идите. Нет, ты давай. Давай. Капшона! Что тебе? Вы очень себя безобразно ведете. Здесь, в доме ребенок. Я прошу вас уйти. Вон! Осторожно, здесь крутые ступенечки. Ну давай, проходи уже, ну. Эй, мужик, пиджак потерял-то, дорогой. Может, тебе мешочек дать в аренду, а? Я недорого возьму. Пошел ты! Ну, куда ж я пойду? Ты же мне подвезти обещал, а? Че, передумал? Я тебе по морде дать не передумал. Да ты чего? Ну-ка, давай, давай. Сейчас попробуем, посмотрим. Опа! Не, я не могу, я на работе. Видишь, у меня борода, не могу я. В следующий раз. Ага. Ну, че ты встал? Ну, подвинься, мужик, подвинься, ну. Ну, че ты? Ну чё? Чё ты? Ну чё? Чё ты? Ну с Новым годом тебя, мужик! Ну и топай! Ну и пошёл ты! Вот так. Снеговик. Замерз, что ли? Чего? Садись, подвезу. Ты езжай, езжай, я передумал. А чё же руками-то машешь?
Передумал он. Это я. Наташа, здесь такое дело. Ты не могла бы мне доллары на рубли поменять? А то у меня рублей нет. Саш, а? Ты ничего не перепутал? Здесь не пункт обмена валют. Наташ, ты знаешь, если честно, я не могу причину придумать, чтобы ты меня в дом пустила. Саш, тебя ведь ждут. Ну, иди домой. Толстой. Лев Николаевич. У нас в Переделкино. Здравствуйте. Здравствуйте. С Новым годом. Это ж надо. Сашку Дед Мороза с Львом Николаевичем Толстым перепутал. А вот такого напитка, Александр, вы никогда не пробовали. Да. Писатель, ну ты даешь. Нашел чем человеку угостить. То еще пойло. А ты что-нибудь лучше в своей жизни пил? Ну что ты наезжаешь? А ничего. А что это? Это между собой. Да нет, я говорю, что это? Александр. Вот вы читали такую поэму «Москва петушки»? Про голубых, что ли? Про фиолетовых. Так вы читали? Читал. Это я написал. Да подождите, это же Венечка Ерофеев написал. США справедливо. А разве... А Венечка Ерофеев не умер? Вот пусть, Александр, это останется нашей с вами тайной. Наш писатель придурок, и дурдом по нему плачет. Он, когда нажрется, сочиняет эту «Мой Дадыра». Когда очень нажрется, сочиняет эту «Москва петушки». А когда в полной отключке, эту пишет «Войну и мир». Да помолчи, ты помолчи. Дай с интеллигентным человеком поговорить. Не, если бы ты говорил, ты же по ушам ездишь туда-сюда, туда-сюда. Саша, а вот я настоящий Кутузов. Че ты ржешь, ты настоящий Кутузов, да? Не, подождите, а у вас Наполеона случайно нету, нет? Наполеона нет. Жалко. Маркс есть. Да ладно. Карл! А? Я? Проверка слуха. Нет, Сань, серьезно. Кутузов Михаил Илларионович. Забайкальский военный округ. Служил я там, места там хорошие, грибов много. Рувену, а ну мутон. Чего? Ну это по-французски. Вернемся к нашим баранам. Так вот, в своей гениальной поэме «Москва петушки» я описывал потрясающий рецепт коктейля с лизаком собаки. Вот сейчас, Александр, с Божьей помощью вы его будете дегустировать. Комсомолочки налейте. Идите отсюда. Саша, это не слеза комсомолки. Это ракетное топливо. Помолчи ты, сапог ты кержевый. Александр, сейчас ваше тело станет легким-легким. А душа воспарится. Выдохнули.
и мелкими, мелкими глотками, вкушая аромат. Мандаринчик. Ты-то откуда взялся, а? С Новым годом! С Новым годом! Инспектор Снегурков, превышаем? Угу. А я ей сейчас скажу, что она не права. Правильно, Саня. С бабами надо круто. Иначе все. Я ей скажу, Наташа, я ж тебя знал вот такой. Какой? Вот такой? Да нет, побольше. Я ей скажу, ты выбросил меня на мороз, в Новый год. Зачем я у нее спрошу? Я же в тебя влюбился с первого взгляда. В меня? Да не в тебя. Я в нее влюбился с первого взгляда. А ты вообще веришь в любовь с первого взгляда? Да. Нет. Подожди еще раз. А ты вообще веришь в любовь с первого взгляда? Нет. Да. А ты веришь в любовь с первого взгляда? Да. Потому что я знал ее вот такой. Вот такой? Ну да, да. А еще сегодня вечером... Я был влюблен в совсем другую женщину. Ты тонкая натура. Ты артист. Да. Ты должен влюбляться с первого взгляда. Да. Но мне уже 40 лет. Я понял, Саня. Я понял. Что? Ты не любил первую, потому что не знал ее вот такой, как вторую. Если б ты знал первую, вот такой, как вторую. Может быть, ты ее тоже любил? А-а-а. Стратегический, Сань. Да. Гладь, Лёнь, не нервничай, ну. Женщин много, ты один. Надо себя беречь. Понимаешь? Не нервничать надо. Вот ты летишь, как говорил, да? Mm-hmm. Нарушаешь это, скоростной режим. Кому от этого хорошо? Разбишься, ты в кювет по голове. Тебе только хуже. Правильно? Правильно. Да. Спасибо. Ты, Лёнь, ты извини, что я тебя жизнь учу, понимаешь, да? Потому что у меня сама такая дома сидит, знаешь, сожрет и не поверхнется. Mm-hmm. Давай. Кстати, подожди, ты знаешь, почему на дорогах стало очень много пробок? Почему? Потому что машин стало в десятки раз больше. Понятно. Не понимаешь, почему машин стало в десятки раз больше? Ну что, люди зарабатывать стали, могут себе машину позволить купить. Неверно. Потому что каждая вторая баба села за руль, а женщин всегда больше, чем мужчин. Понял? Теперь понял. Слушай, давай выпьем. С Новым годом. С Новым годом. Вот ее дом. И что, ты думаешь туда проникнуть? Я не знаю, но очень хочется, ребята. Не получится. А чего там не получится? Мы в Забайкальском военном округе и не такие заборы брали. Слышь, Сань, а? У нас вокруг части был вот такой забор. Так мои солдаты как северные олени через него прыгали. Как олени, да? Умчи меня, олень, по моему хотению. Умчи меня, олень, свою страну оленью. Где сосны рвутся в небо, где были живые. Все, хватит карать! Хватит карать! Хватит карать! А разве твои олени через такой забор перепрыгнут? Какие олени? Ну какие-какие? Северные какие? Ты нам, Саня, баки своими оленями не забивай! Что роняешь-то? Объясняю. Наша стратегическая задача – проникнуть на объект. Первая пошла,
вторая пошла. И мы на него проехим. Иди сюда, сынок. Давай. Значит так, Саня, слушай меня внимательно. Сейчас я наклонюсь, ты встанешь на меня. И Саня, по нам перелезешь через забор. Саня. Ребята, если я на вас заберусь, то вы рухнете. Саня, а? Это приказ. Выполняй. Смирно. Понял. Так, ой, боюсь я. Раз. Ой, кожу отпусти. Осторожно. А я вас предупреждал, что вы меня не выдержите. Ну ты, Саня, слишком упитанный. Дело не в этом. Просто мы стояли слишком вертикально. Саня, уйди. Ага, понял. Вставай. Ой. Есть мысль? Ну? Значит так, смотри. Ну. Я становлюсь вот так вот. Ну? А ты забираешься на меня. Как? Давай. А Саня по нам перебирается через забор. Саня, ага, пошел. Саня, давай. Иду, ребят, Саня, иду. Давай. Сейчас. Вторая попытка такая. Ой, Саня, давай. Что? Так получается, а? Здорово, Саня! Дальше идет. А по-моему, он застрял. О! А можешь его снежками сбить? Так. О, Жульетта! Что мы здесь делаем? Это Сашка, Дед Мороз, он в гости хочет. Не трогай их, это мои друзья! Он застрял. А ну, кыш отсюда! Брысь отсюда, сказал, а то милицию вызову. Кыш, брысь отсюда! Идем. Учили, по-моему, хотели. Учи меня, лев, свою страну. Вступай, лев. Давай выпьем. Ты знаешь за что? На что? За то, чтобы наши дети не боялись паровозов. Давай. Давай. Ну, и как это все понимать? А что именно, Наташечка? Что именно? Да. Вот это вот все ты считаешь нормально? Это? Да. Что да? А что? Что нет, да? Так и будем общаться. Наташечка, а что ты хочешь от меня, Наташ? А? Я от тебя хочу. Ну да, ты все время мне задаешь какие-то каверзные вопросы, Наташ. Почему? Какого черта? Ты практически сполз с моего забора. Ты лежишь тут под моим деревом. Какого черта, я спрашиваю? Ну и что я сполз с твоего забора? Наташа, а что ты на меня кричишь? Я что, твой подчиненный, что ли, Наташа? Ты что? Ты что, моя руководительница, что ли? Я замерз, между прочим. Ты меня выгнала от одного из домов, чисто поля, без единого русского рубля в кармане. Я у тебя спрашивал, поменяй мне $300, а ты говоришь, я не обменный пункт. Ну ты помнишь, ты же мне это говорила. Ты все сказал-то или еще что-нибудь добавишь? Нет, я не все сказал, Наташ. Я не все сказал, я многое хочу тебе рассказать, Наташ, понимаешь? Ну скажу тебе только одно, дай мне лопату. Чего? Дай мне лопату, Наташ, она тебе не к лицу совсем. А мне она немножечко к лицу. И между прочим, Наташ, вот тут у тебя в очень плохом состоянии двор, да? Да. Да, его надо разгрести от снега. Я сейчас этим займусь. Сейчас. Угу. Наташ, смотри, у тебя снегу по пояс, Наташ. Сейчас я тряхну стариной, а? Я тебе сейчас весь двор вообще чистейший будет, Наташ. Ты понимаешь, ты знаешь, я когда студентом был, я дворником подрабатывал, Наташ. Натали! И у меня, между прочим, неплохо получалось. У вас есть все хорошо? О! Анна-Мария! Гутен Морген!
А у нас здесь все зашибись. All is good. Так что вы не волнуйтесь, Анна-Мария. Ладно, Саш, ты здесь действительно поработай на свежем воздухе лопаточкой. А я пойду пока отдохну. Я думаю, тебе пойдет это на пользу. Наташ, подожди, Наташ. А давай ты метелочку возьмешь, и мы вместе двор уберем на брудершафт, а? Нет, да? Жалко. Ну ладно. Что он ей сделает? Он греется. Анна-Мария, пойдемте в дом, а то холодно. Я не есть понимат. Леня, ты классный мужик. Я... Снегурков, ты тоже классный такой мужик. Да, Леня, побольше мне таких на дороге, я был бы счастлив. А тебя побольше на дороге, все будут счастливы. Так, смотри только, чтобы все было в норме, иначе я тебя штрафую. Ты понял? Так, сколько? Не сейчас, потом, если ты будешь нарушать. Ты не понял? Буду. Кстати, хочешь анекдот про гаишника? Не хочу. Смешно. Не хочу я на них обижать. Все. Все. Гаишник, короче, останавливай. Не надо. Гайд. Стой. Леня, я тебя просто так не могу отпустить. В таком состоянии не могу. Стой, стой. Сейчас не поедешь, как министр. Смотри. Сопровождение. Стоит. А, вот это. Сопровождение. Стоит. Боже мой! Дедушка, а? Как самочувствие? Уже лучше, бабушка. А я тут смотрю, ты мне весь двор убрал. Ну, еще не весь. А я тебе кофе принесла, чтобы совсем хорошо стало. Ой, горяченький. Ага. Спасибо большое. Пожалуйста. Как раз вовремя. Ты знаешь, я там на поляне с хорошими людьми познакомился. Да, Кутузов, Наполеон, Карл Маркс. Да. И, наверное, горячительные напитки хорошие пили. Ну да. Слеза комсомолочки называется. Голова болит? Ну да, немножечко. Пить надо меньше. Наташ. Что? Я боюсь, ты обидишься. На тебя? Вряд ли. У тебя очень красивые глаза. И скверный характер. Я этого не говорил. Ты правда очень красивая. Спасибо. Да мне, в принципе, не за что.
А вот моя Наташенька. Снегурков. Я. Пошли познакомлю. Смотри. Смотри, какая у меня женщина, Снегурков. А это Снегурков. Здравствуйте. ИБДД по ССУ. Ну, дело не в этом. Дедушка Мороз, ну-ка отойди от моей женщины. Вообще навсегда отойди. Ладно, оставайся, дело не в этом. Наташ, просто хотел просить тебя прощения. Прости меня, пожалуйста. Ну, даже если был прав, то я был неправ. Леня, ты пьяный? Да, немножечко. Ну, дело не в этом. Просто сейчас сегодня со мной происходят какие-то удивительные вещи. Морозко ухожу за моей женщиной. Я пью на дороге ГИБДД ДПС. Прямо на дороге. Я, неважно, я хотел сказать, что я тебя люблю. Прости меня, пожалуйста. Пожалуйста, прости меня. Да, котик? Ничего не случилось. Просто в меня врезалась машина ГИБДД. Ну, не плачь, ничего. Ничего особенного. Подожди, подожди. Котик. Снегурков. Че? Арестуй Морозку. Да я не могу. Почему? Да я не могу. Че? Он ничего не нарушал. Я не имею прав. Ты же власть. Ну, ГИБДД отсюда тогда. Пошли. Вы не волнуйтесь, главное. Все будет нормально. Нормальный ход. Я его сейчас доставлю в лучшем виде. Живым и здоровым. Алло! Алло, да! Здрасте, да. Нет, не Леня. Кто? Как вам объяснить-то? Ну, это Дед Мороз. Да не, я не издеваюсь, я правда Дед Мороз. Да, я понял, что это Ленина жена, да. Вы не волнуйтесь, Леня, все в порядке, да. Да. До свидания. С Новым годом! А, не успел поздравить. Ну ладно.
Алло. Алло, привет. Привет. А это я звоню. А я хотел тебя кое о чем спросить. А что ты делаешь? Я? Да. Музыку слушаю. Везет тебя. А ты? А я весь двор убрал почти. А можно я тебя попрошу кое о чем? Что? Ты знаешь, мне очень понравился Никиткин «Снегоход». Ты что, хочешь, чтобы я тебе его подарила? Да нет. Нет. Если бы мне в детстве такой подарили, я был бы просто счастлив. Но тогда таких не было. Я хотел тебя попросить, чтобы мы вдвоем покатались. Можно? Но он же детский. Ну и что? А мы по очереди. А? Ну давай. Ну давай. Хорошо, да? Здорово. Даже в дом не хочется идти. Давай здесь посидим. А? А что ты мне ничего про себя не рассказываешь? А что рассказывать-то? А что, нечего? Нечего. Странно, ты же артист. В театре работаешь. Роли играешь? Да, играю. Когда дают. А что не дают? Дают, но мало. А какие? Ну, всякое разное. Гамлет. Гамлет. Не, Гамлет для меня слишком мелко. Я играю главную роль в замечательном спектакле «Машенька и медведь». Да. Машеньку? Машеньку. Вторым составом. Нет, я играю главную крупную роль медведя. Слушай, ну тебе это очень подходит. Да? Да. Потому что я толстый? Нет. Потому что ты большой и добрый. Спасибо. Слушай, Наташ, а интересно, отсюда Марс виден или нет? А? А ты вообще в школе учился? Я? Да, учился, только давно. И плохо. И плохо. Слушай, Наташ, а правда, что у Никитки папа космонавт? А кто тебе сказал? Никитка. Он попросил, когда я буду в космосе, чтобы я передал папе его рисунок. Неправда.
Просто космонавт может улететь на Марс и очень долго не возвращаться. А кто его папа? Да какая разница? Нам и вдвоем хорошо с Никитой. Правда, иногда я чувствую свою вину перед ним. Я думаю, что это, наверное, неправильное чувство по отношению к ребенку. Да? Наверное. А я ему письма пишу. Какие письма? Как будто бы от папы. А он, наверное, радуется. Конечно. Как любой ребенок. Знаешь, мне как-то уютно с тобой. Это потому, что я толстый. И потому, что я Дед Мороз, да? Вот именно поэтому. Наташ, давай мы завтра втроем, я, ты и Никитка, пойдем там в парк Горького, на санках покатаемся, на лыжах. А? Да, я очень хочу. Но я не уверена. Ну что, пойдем в дом? Холодно. Угу. Тебе? Не знаю. Ой, еще! Да, это ко мне. Ой, Наталья Вадимовна, а это я. То есть, ну, мы. В смысле, с Новым годом. Нас здесь немного. Здравствуйте. 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 Ну вот. Да, немного. Ну, я пойду там. Мы праздновали, 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 праздновали. А потом поняли, что вас, Наталья Вадимовна. Вас так любят. Да? Ну, я же понял, что нам без вас не очень весь. Правда? Ну, это же ничего, что мы приехали. Конечно, ничего, я вам очень рада. Меня медиком зовут, здрасте. Здрасте. Так я вас знаю, и вы меня тоже. Так вы Дед Мороз. Давайте целоваться. Если можно, пусть. Женат. Какой ужас. Ну, вы так шампанское любите. Да, шампанское люблю. Ну, я несу шампанское. Давай, неси, неси. Ой, Наташ, даже если ты меня уволишь, я все равно хочу с тобой дружить. Я сейчас. А часто у тебя так здесь происходит? Первый раз. Давайте выпьем, чтобы в новом году каждый нашел свое счастье и не потерял его. С Новым годом! С Новым годом! Ура! А теперь давайте танцевать! Ура! Самохин! Привет! Людочка! Подожди, так ты в Малаховку собиралась поехать, как ты здесь-то оказалась? Да! Меня Эдик туда отвез, как...
Короче, мы с ним так по дороге, Сань, задружились. Он такой клевый, вообще прям. Короче, встретили у меня, потом поехали к нему в клуб. Вообще прям супер, я вообще никогда так Новый год не встречал. Да, Сань, ну а ты, ты сам вообще как ты оказался? Я не понимаю. Так это тебя сюда звал, что ли? Вообще чудо, а? Сань, я так рада тебе видеть. Сань, вообще не клево, да? Люда, слушай, а давай ты теперь у нас каждый год будешь Дед Морозом. Этим, корпоративно. А Людок вон с фигурочкой. А? Да. Так, за Ташки я поговорю, думаю, она будет не против. Она уже богатая и не жадная. Я подумаю. Чего тут думать-то? Ты знаешь, я работал сколько за месяц в своем театре. Ну? Не, Люд, ну я правильно говорю? Правильно, Эдик, ты вообще такое золото. Я так рада, что ты меня с тобой познакомишься. Шумишь, труба Ореховская. Кто это? Снегурков. Леня. Ну, алкоголики. Все выпили. Лень, ну ты что, ты в Москву или назад? Снегурков. Снегурков. Я... никуда не еду. Я остаюсь здесь с ребятами. Писатель, наливай. Подражание небу, твои любимые игры. Приглашение в рай ты получишь во сне. По ту сторону зеркала есть аллея в раю. Для тебя я спою о любви и весне. Координаты любви известны не всем. Координаты любви в ночной тишине. Окно бесконечность, где звезды в траве. Координаты любви в тебе и во мне. Подражание солнцу, твои любимые куклы. Кто попал в западню, будет петь о любви. Философия имени, не растаявший снег, мой родной человек, ты меня позови. Координаты любви известны не всем. Координаты любви в ночной тишине. Окно бесконечность, где звезды в траве. Координаты любви тебе и во мне. Координаты любви известны не всем.
ты любви в ночной тишине. Окно бесконечность, где звезды в траве, координаты любви в тебе и во мне. Посылочка с Марса. Я просто скоро увижу вашего папу. Что ему передать? Передайте нашему папе. Очень любим и ждем.